Такая история была, что Федян выступал в Rolling Stones, да, в Москве, и нас там отпи***ли. Давайте представим расклад, что мы не правы, как артисты, но где это видно, чтобы охрана отпи***ла артистов, которые вот у вас выступили только что. Я думаю, Rolling Stones могли бы и вспотеть, если бы мы, знаешь, там мусорнулись и там побои сняли, засудили бы их, я думаю, им была бы пизда. Меня вообще вырубили, я очухался в скорой, у меня там нет еб***ла.